Идут! Смотрите, волки. А что, хорошие охотники? Здесь же человек. Я против человека. Да, добрые будут охотники. Но человек должен уйти в свою стаю. Кто скажет в защиту человека? Кто еще скажет о детеныше? Это моя добыча. Отдайте! Кто подаст голос за детеныша? Это моя последняя битва, но он будет жить. Человек, детеныш, Маугли. Я заступлюсь за детеныша. Он принесет пользу стае. Я сам займусь его воспитанием. Это моя добыча. Кто кроме Балу? Отдайте. Акела. И ты, свободное племя. Закон джунглей гласит... Каждый сам за себя! Вот закон джунглей! Каждый сам за себя! Правильно! Верно! Тише! Тише! Вы что, людоеды? Только Шерхан и его прихвостень шакал способны на это. Да, да. Верно. Закон джунглей гласит, что жизнь детеныша может быть выкуплена. Говори. А к словам я добавляю быка. Верно. По закону. Правильно. Только что убитого мною. Что скажете, волки? Что за беда? Пусть бегает. А все равно солнце сожжет его. Он умрет от зимних дождей. Где бык-то? Багира. Там. На излучине.
Я только на минуточку. Посмотрю, куда это они пошли. Пусть Маугли бегает в стае. Воспитай его, отец. Ну ладно. Все равно от меня не уйдешь. Реви себе, реви. Придет время, и он еще потаскает тебя за усы. Или я плохо знаю людей.